Школа, вишкомбінат, крок у майбутнє, дуальне навчання та інші програми підтримки та стимулювання майбутніх фахівців. Сьогодні ми поговоримо про те, які перспективи є у молоді, яка обрала технічні спеціальності. І чи варто обирати виш та роботу саме у Маріуполі. Вітаю вас, мене звуть Максим Грабовський. І сьогодні у мене в гостях начальниця відділу розвитку металургійного комбінату імені Ілліча Олена Бендич. І начальник відділу Центр кар'єри ПДТУ Ігор Кущенко. Добрий вечір. Майже місяць тому група «Метінвест» підписала меморандум про співпрацю з Приазовським технічним державним університетом. І тоді ж подарувала вишу спеціальні такі програми-тренажери. Я пропоную подивитися матеріал про те, як це було, і потім обговорити, що це дало, власне, вишу і місту. Вчитися по-новому. Майбутні металурги знайомляться з програмою-тренажером. На моніторі – імітація доменного та конвертерного виробництв. Іван навчається на третьому курсі. Симулятор тестує одним із перших. Указати трубопровод, указати, там, наприклад, вибра жолоб, предварительно знаєш, де що, як устроєно в той чи іншій конструкції. Група «Метінвест» разом з Приазовським університетом готові розробляти і реалізовувати нові напрямки в навчанні, інвестувати в розвиток талановитої і амбітної молоді. Задля цього компанія та виш підписали меморандум про співпрацю. Для того, чтобы выводить обучение на нужный нам уровень, для завода, чтобы ребята с вузов, выпускники уже приходили с нужной квалификацией. Интеллект, которым владеет сегодня наш университет в области самых разных наук, металлургии, енергозбереження, енергоефективності, других направлень матеріаловедення. З кожним роком виробництво вдосконалюється, методи роботи стають сучаснішими. І це треба враховувати при навчанні майбутніх фахівців, наголошують металурги. Для того, щоб вирішувати більш складні задачі, для того, щоб управляти все більш складними производствами і технологіями. Тому от той меморандум, про який ми сьогодні говоримо, він фактично закладає основу такого дуже довгого пути, на який наша компанія відповідально становиться і бере на себе определені обов'язки. Щороку компанія «Метінвест» планує виділяти на стипендії студентам 3,5 мільйони гривень. Серед пунктів меморандуму – стипендіальна програма. Розкажіть, які саме студенти можуть нею скористатися та скільки становлять ці стипендії? Начну з того, що меморандум – це єдиний підхід, єдина концепція, яка родилась после того, как наработан уже значительный опыт взаимодействия, длительного взаимодействия предприятий группы «Метинвест» с нашим профильным высшим единственным учебным заведением, это Приазовский государственный технический университет. И стипендиальная программа – это только одна из частей меморандума. Меморандум – это документ, который соединил в себе интересы бизнеса, производства и образования. Стипендиальная программа рассчитана на то, чтобы замотивировать студентов, которые выбирают технические специальности в нашем профильном университете, приходить именно на эти специальности. То есть сейчас в системе образования именно высшая школа испытывает большие трудности с набором технических специальностей, Игорь Владимирович. У нас статистика... Не секрет, да, что... Да. Ну, не секрет, да, конечно. Дело в том, что для того, чтобы у нас, как сказать, молодежь наша ориентировалась на технические специальности, нужно, конечно, о них больше показывать, рассказывать. И необходимо также их, ну, вести профориентацию. Нужно показывать, ну, на примере различных кружков, допустим, лабораторий, в которых ребята могут посмотреть, для себя выбрать. Ну, как вот раньше было, там кружок моделирования, кружок радиотехники, кружок и так далее, и так далее. Этого сейчас все нет. И для этого нужно, чтобы он мог правильно выбрать, кем он хочет быть, что ему нравится, что ему не нравится. Поэтому благодаря этому нашему взаимодействию мы сможем все это реализовать в нашем городе. И ведь цель этого всего стоит какая? Отсутствие технических специалистов. Очень серьезный вопрос стоит во всей стране, не только в Европе, тоже везде это стоит.
Из-за наших ребят, да, идет борьба. Вот. Ну, а то, что наши ребята должны стимулироваться, это вот стипендии, о которых мы сейчас говорим. Стипендиальная программа, ее годовая инвестиция – это 3,5 миллиона гривен компания готова вкладывать в студентов. И очень важно, что стипендию будут получать не только бюджетники. Бюджетная форма обучения, контрактники тоже будут получать стипендию от Мединвеста. Если мы говорим о том, что государственная стипендия сейчас минимальная 1300 гривен, то дополнительная стипендия от Мединвеста – это от 700 до 1700 гривен. Стипендии начинают выплачиваться с первого курса, и студент пятого курса будет иметь совокупный доход, ну, как минимум 3000. Это достаточно большой доход, я считаю. Я думаю, наверное, любой согласится. Да, не работающий студент. То есть мы говорим только о стипендии. Понятно, что эта стипендия будет начисляться только на технических специальностях. Мы не говорим об истории, об иностранных языках. Это специальности, которые интересны, профильные для предприятий группы Мединвест, комбината Ильича в частности. Что можно сказать еще про стипендиальную программу? Что уровень, конечно, будет рейтинг. В приоритете металлургический факультет, безусловно. Но не будет получать студент стипендию просто потому, что вот он пришел на этот факультет. Конечно, нужно будет приложить усилия. Но они вполне... Это все возможно. И с каждым курсом будет больше сумма, так? Да, уровень стипендии будет расти. И, как я сказала, достигать около 3000. Ну, при условии, что студент будет соблюдать все правила, которые будут для него установлены, посещать лекции, учиться хорошо будет. Вот, участвовать в жизни предприятия. Да, ничего сверхъестественного. Да. Понятно, что если предприятие платит деньги, оно заинтересовано в том, чтобы развивать студента уже в этой стипендиальной программе. Конечно, мы будем запланированы тренинги. Тренинги с привлечением топ-менеджмента предприятий. Это Азовсталь и Ильича. Лучшие специалисты наших предприятий будут проводить и профессиональные тренинги для студентов. То есть развитие будет начинаться с первого курса, не останавливаясь все 5 лет. Если ты посещаешь, если ты заинтересован в собственном росте, в собственном профессионализме, то к завершению университета у тебя будет не только доход, но и база знаний, компетенций определенных. Ты вырастешь. По сравнению со своими однолетками, да, у тебя будет на рынке труда больше ты будешь стоить, стоимость на рынке труда будет значительно выше, потому что они не участвуют в данных программах, а мы, конечно же, то, что ценит работодатель, все это и даем нашим студентам. И можно будет швидше побудувати свою кар'єру, я так розумію. І швидше, і інтереснее. То есть есть возможность, да, присмотреться. Мы здесь рассматриваем и прохождение практики, обязательно прохождение практики на предприятиях по данной стипендиальной программе. В период практики, безусловно, есть возможность и нашим руководителям присмотреться к студентам, и к студентам понять, где ему интересно работать у нас на предприятии. Знаю, окрема увага буде приділятися так званому STEM навчанню. І це досить сучасний підхід. І що він собою передбачає? Ну, STEM образування цікаво чим нам більше всього. Це для того, щоб молодь, яка ще нічого особо не бачила, не розуміє, она могла с помощью вот этих вот лабораторий, с помощью мероприятий каких-то, которые для них будут проводиться, могла понять, что им нравится, какое направление ему бы хотелось заниматься. Но для этого нужно, конечно, будут уже совместно с предприятиями Мединвест их создать на базе Приазовского университета. Вот. В этом участвуют, естественно, и школьники нашего города. Для них это все рассчитано. Вот. И то, что им будет интересно, мы уже дальше сможем им предложить. Это те технические специальности, которые востребованы на предприятии. Вот, то есть зародить в них этот интерес. Вот это основная задача. Дальше уже мы научим, предприятие поможет в этом плане, и они смогут стать хорошими специалистами. Які ще додаткові пункти співробітництва передбачені? Це, можливо, підготовка до ЗНО, якісь спеціальні курси для школярів? Ну вот по нашему предложению уже около 5 лет
мы с нашими предприятиями Мединвеста порознь делали проекты, которые касаются социальных вопросов для работников предприятия. Ведь мы сейчас говорим об образовании, но тут пересекаются и работники предприятия, которые должны спокойно знать, что их детей и помогут, и обучат, и покажут. И появились вот эти вот социальные пакеты, которые очень неплохо. То есть родителям не секрет, что помочь ребенку уходить на курсы, допустим, английский учить, там, математику, физику, готовиться к ЗНО, вообще развиваться, информатику. Это все платно в городе, и стоимости это довольно высокие. А предприятие все эти расходы берет на себя. А мы вот эти маленькие лаборатории создаем, учим уже четвертый год. Где-то уже идет у нас и по математике, и по физике, и украинский, и история, и информатика. Сейчас и английский язык пользуются очень большим спросом. Дети будут грамотнее, дети будут легче преодолевать вот этот государственный экзамен, который сегодня вот первый сдается. И, соответственно, уровень тех ребят, которые придут учиться в университет, будет, конечно, значительно выше. Все это только благодаря тому, что компания уделила на это внимание, вложила в это деньги, вот, и заботится о своих сотрудниках и будущих кадрах предприятия. Власне, в університеті меморандумом передбачено створення лабораторій спеціальних навчальних, буде оновлюватися технічна база. Що це за лабораторії будуть? Ну, не секрет, що металургічну спеціальність, любую, отримати потрібно лабораторії, яка дуже стоїть дорого. Оборудування – це дуже дорого. Це, ну, бухгалтера підготовити, може, і комп'ютера достатньо, то тут потрібні станки, потрібні якісь печі. То есть весь этот пакет необходимый Мединвест от нас уже получил. Каждая кафедра предложила варианты, по которым это. Но это огромные затраты. Вот. И первое, что мы сейчас, это после меморандума, уже имеем те обучающие программы, которые они нас начали обеспечивать. Дальше они помогут нам лаборатории оснастить. В университете не секрет, что Министерство образования на это денег вообще не выделяет. И подготовить специалиста по этой специальности, не имея современного оборудования, это сложно. Поэтому все это породило и вот создание этих лабораторий. И мы отсюда выходим уже на дуальную сферу образования, когда делится часть теоретической подготовки, на которую берет на себя вуз, и практическую подготовку, которая берет на себя предприятие. То есть это очень серьезная работа, она проходит сейчас в министерстве. Мы являемся двумя представителями, которые участвуют в этой программе министерства. Думаю, что в течение года будут изложены новые концепции, будут изменения в закон об образовании, другие акты подзаконные будут внесены изменения. Ну, а это, собственно говоря, не наша даже идея, это требование времени. Сейчас молодому человеку нужны ресурсы, нужны финансы. После школы, ну, поступил он дальше. А дальше как ему доехать, как ему покушать, как уехать? Ну, родители не могут и после 18 mm-hmm. лет содержать взрослого ребенка, или дочь, или сына. Это, ну, не имеет этого смысла. И ребенок, соответственно, вынужден поступать. Что делать? Он идет на любую работу после учебы. Соответственно, где-то работает продавцом, где-то работает грузчиком. Соответственно, он меньше становится, уделяет внимание учебе. Он, как правило, идет не по специальности, поэтому это плохой путь. А вот наше совместное, вот то, о чем мы говорим, это дуальное образование, поможет ему и учиться, и работать, и по специальности это делать. И вот стипендии, которые Елена говорит, это, ну, 3000 приличная для стипендии. Но если он в дуальной сфере еще будет у нас участвовать в наших проектах и учиться, то он получит еще и дополнительную зарплату на предприятии, которая тоже не имеет таких ограничений. Это может быть сумма вместе уже довольно приличная. Вот. И, соответственно, по окончанию вуза это уже будет. Ну, я добавлю, да, да, что сама дуальная система, она очень хорошо себя зарекомендовала в Европе, мы все об этом знаем. И внедрять ее в том виде, в котором она существует, сейчас применяется везде, в Украине пока нет возможности. Для этого и создана рабочая группа при министерстве, чтобы адаптировать вот эти лучшие практики под наши украинские законы.
тот опыт, который мы сейчас будем нарабатывать, мы заходим с пилотом с сентября с нашим ПГТУ, он ляжет в основу как раз нормативной базы законов Украины, чтобы затем применять могли не только мы, а на законной основе. Берем сейчас в пилот такие специальности, остро дефицитные для нас, как электроэнергетика, электротехника, электромеханика, автоматизированные системы управления и компьютерные технологии, компьютерные интегрированные технологии. Приглашаем ребят на дуальную форму обучения, заключать договор с нами. Сама система будет заключаться в том, что уже начиная с третьего курса студенты будут полноправными работниками предприятия. То есть это не студент, это работник предприятия. С цього року. Он будет пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются работники комбината Ильича, получать заработную плату. И за три года, третий, четвертый, пятый курс до завершения университета, он будет иметь уже, если захочет, и рабочую профессию, мы даем возможность, но это даже не главное. Главное, что мы готовим уже менеджера. То есть это руководитель-мастер. Можно стартовать заработной платы к завершению университета в среднем 20 тысяч гривен. Это достаточно непогано. Да, достаточно достойная заработная плата, на которую можно содержать семью и отдыхать, и более-менее уже не думать, а куда же мне еще бежать, вторую работу искать, как мне прокормить себя и на свою семью. Для молодого человека, девушки в 21 год, я считаю, что это очень хороший вариант. Поэтому мы приглашаем ребят в нашу программу. Будем вместе пробовать. Я уверена, что это даст свои результаты. Кроме того, у них будет возможность в течение вот этого всего периода пройти все циклы. То есть мы не говорим о том, что мы принимаем в какое-то подразделение и вот на нем замыкаемся. Пройдет всю технологическую цепочку от там закупки сырья, весь технологический цикл до выпуска готовой продукции. Совсем ознакомится, поймет, где ему интереснее, что интереснее, где лучше справляется. Руководители присмотрятся, тоже будем понимать, где лучше применить студента. Тобто така дуальна програма, така дуальна освіта буде давати змогу і роботодавцям якби виявити, у чому цей студент більш талановитий, і самому студенту виявити, ну, де він себе хоче бачити, на якому місці. Може, він там ви прави. Зможе змінювати, так? Попрацював там, попрацював там, подивився. Так, можна буде остановитися на, от, при наличі, безусловно, вакансій, можна остановитися на тому місці роботи, що от по душі. Что по душе. И важно, что будут применяться те знания, то есть это не консультант в магазине, да, я трачу свое время, для чего силы, для того, обучаясь в университете, чтобы получить знания именно вот по данной специальности. Мы даем возможность применить эти знания, применить и вырасти. Ну, это такой вариант практики на працювання досвіду. Да, это больше, мы действительно перемещаемся от теории к практическому изучению своей профессии. Профессии, профессиональных компетенций приобретения. Именно под заказ предприятия, под, и, опять же говорю, растет стоимость самого студента на рынке. Ми зараз обговорили стимулювання студентів. А що підписання цього меморандуму дасть викладачам? Це, можливо, якісь стажування, підвищення кваліфікації? Чи будуть такі програми? Безусловно, преподаватели повинні йти в ногу со временем, це само собой розуміється. И уже я могу вам просто сказать, что я уже только около 5 лет занимаюсь стажировкой наших преподавателей вуза на предприятиях. То есть это само собой, там раз в год бывает, раз в 2 года бывает. Они идут на стажировку. Вот какое-то время знакомятся с работой отделов, цехов. Вот их задача стажировки — это не просто посмотреть, все увидеть. Они предложения свои вносят, изменения какие-то. И по окончании стажировки уже вырабатывают отчет, по которому они демонстрируют, что можно изменить, что можно улучшить. И это позволяет соединить ученых и производство. Это очень хорошее дело. Ну и, соответственно, это экономически всем выгодно. Поэтому стажировки эти идут, они необходимы и будут идти обязательно продолжаться. Это неотъемлемая часть дуального образования.
Я так розумію, одна з задач металургів і комбінатів – зацікавити технічними спеціальностями ще зі школи, ще школярів. Вже 13 років працює програма «Школа-Вишкомбінат». І як саме ви заохочуєте школярів і що їм зараз цікаво? Профорієнтаційна програма, дійсно, у нас дуже сильна, хорошо підготовлена профорієнтаційна програма для дітей. Сьогодні ми, якщо раніше працювали з 11-ми, потім ми спускали планку до 10-х класів, тепер вже 9-ї і 8-ї починаємо заходити. Тому що розуміємо, що чим раніше ребенок поймет, чего он хочет, выявить, понять, к чему у него наклонности, нужно это, не нужно, правильно, неправильно, тем будет и для детей это лучше. И мы понимаем, что сориентируем, конечно, в нужный для нас вуз. Технические специальности, те, которые, если есть у ребенка способности к ним, то их нужно выбирать, почему нет. Программы профориентации очень много включает различных мероприятий. Это тренинги и на развитие лидерских каких-то выявлений качеств. Это на командообразование, понять, кто я, лидер, не лидер. Это тренинги, которые по экономике. Это различные профессиональные семинары, которые проводят, мы приглашаем специалистов, руководителей нашего предприятия для того, чтобы провести лабораторные практикумы, на которых показываем, какое современное оборудование сейчас работает. У нас замечательный есть полигон с гидропневмооборудованием, имитация. Мы показываем, как это все работает на большом оборудовании, которое невозможно остановить. Если это виброметры, которыми проводится диагностика, тепловизоры, тоже у ребят есть возможность познакомиться и самим попробовать, как это работает. Это интересно. Те, кто действительно выбирают технические специальности, они понимают, что металлургия — это не только грязь, пыль и вот орудия труда, которыми были только лопата, это современное автоматизированное производство. И это все работает, и для этого нужно выбирать именно технические специальности осваивать, потому что с историей далеко металлургии ничего не наработать нам. Довгий час був такий гендерний стереотип, що металург – це такий суворий чоловік, але зараз ми бачимо, що рамки стираються і дуже багато дівчаток чи зі школи зацікавлюються саме промисловістю. Чи це так? Ну, учитывая тенденцию, допустим, 10-летней давности, я имею честь работать в проекте «Школа-Вуз-Комбинат» все 13 лет. Вот, как-то перевес в сторону девочек очень значительно идет. И сейчас мы уже года 3 постоянно возим экскурсии ребят на открытый урок на комбинат и Ильича, и Азовсталь. И на этой экскурсии, ну, процентов 80 это девочки. Вот, то есть, ну, ничего тут такого нет. Девочка точно так же, как и мальчик, может развиваться. Я бы даже сказал, они более ответственные, чем мальчики. Вот. Mm-hmm. А управление все равно идет, программа управляет компьютер всем. Все-таки техника растет, 21 век, поэтому девочки могут спокойно все то же самое выполнять. Это, пожалуйста, приходите, у нас практически на любую металлургическую специальность, энергетики, металлурги, теплоэнергетики. Да, пожалуйста, девочкам приходите. Тем более они на предприятии учатся. Можно, да, найти, да, себя, да, везде. Мы тоже с Игорем найти. Заканчивали. Ну, вот единственное, что нюанс какой, вот вы говорили о том, что мы переключились. Угу. Мы вначале, если работали только с выпускниками, то это недостаточно. Мы работать должны уже не только с ними, а начиная с детьми порядка 8 класс. Ведь по закону образования у нас в 9 классе чем уже начнется деление, да, на технические и нетехнические. Это безумно ранний возраст, и в зрелом возрасте человек еще не определился, кем он хочет. А он должен в 9 лет уже сказать, гуманитарный он, технический. Вот поэтому и STEM-образование нужно, и вот эти практики нужны. Нужно, раз вот так уже случилось, раз уже такой закон у нас, значит, нужно ему помочь, этому молодому человеку, хотя бы выбрать, чтобы он посмотрел, кем он хочет быть. Он должен позаниматься. И вот практика школьников у нас каждые каникулы. Вот сейчас будет в конце месяца 4 дня будут открыты все кафедры университета, лаборатории. Пожалуйста, все школы приглашаются. Мы все время проводим, показываем. Посмотрите специальности, выберите, что вам нравится, что не нравится. Кем вы будете, решите сами. Никто никого не заставляет. Вы сами должны до этого дойти. А мы вам стараемся помочь. Это показать в лабораториях, позаниматься.
которые создаются. Пожалуйста, делайте выбор. Это очень і наскільки продуктивна така робота, чи дійсно школярам цікаво, і скільки з них потім йдуть до вишу, вступають на технічні спеціальності, і взагалі у вас чи багато молодих спеціалістів на комбінаті? Что касается поступления, да, процент нас порадовал. Мы не ожидали, что он будет более 40. Поступили после подготовки к ВНО, после участия в наших программах, достаточно высокий процент поступления на технические специальности. И это радует. А вот что хочу добавить еще, что касается выбора, дальнейшего выбора 8-9 класс. Это очень сложно сделать выбор. И предприятие Ильича, мы специально адаптировали тренинг для детей, который помогает сделать этот выбор, который помогает правильно поставить цели. Не все взрослые понимают, как это правильно делать. И вот у нас есть мама, которая тоже был ребенок-выпускник, наша тренер. Она изнутри изучала проблему с тем, чтобы вот прямо адаптированный. Дети, вот, как мы говорим, думают, что все свалится вдруг с неба. Некоторые взрослые так думают. Вдруг по мановению палочки какой-то волшебной появится машина, яхта, высокая заработная плата. А какие шаги, вот мы сейчас находимся в этой точке, и какие шаги нужно пройти, что нужно сделать, чтобы у тебя на определенном этапе не в 70, а может быть и в 70 не будет, да, лет всего этого, чтобы достичь, что тебе нужно сделать. Вот мы помогаем детям сориентироваться и вот эти шаги прорисовать для себя. Кажется, что это просто, на самом деле нет. Вот такое вот хорошее дело. Что касается дальнейших перспектив. Хочу сказать, что эскалатор карьерный в группе Мединвест один из самых быстрых. Потому что если говорить о маленьких, небольших предприятиях, маленьких компаниях, там ну, разгуляться, скажем, негде. Специалист, сотрудник, начальник отдела, ну, может быть, управления. И все. Если у тебя молодой коллега рядом, то у тебя перспектив практически нет до пенсии. И вот стоит вопрос. Либо ты меняешь место работы и ищешь, где же тебе хочется расти дальше. Но если кого-то это устраивает, это хорошо. Но те, кто стремятся развиваться, строить карьеру в разных направлениях, это может быть по горизонтали, может быть по вертикали, то компания Мединвест, предприятие Ильича – идеальные условия для этого. Не понаслышке хочу сказать, работая в дирекции по персоналу, что масса возможностей для тех, кто хочет. Предприятие вкладывает, компания Мединвест, большие средства в развитие своих сотрудников, потому что заинтересована именно в сильной команде, в команде профессионалов. Деньги не жалеют на развитие, это очень важно. Потому что выполнять, исполнять и функциональные обязанности, и управленческие, это тоже не так просто, как нам кажется. И вот в данном случае компания тратит на это деньги, вкладывает, развивает молодых, потенциальных, те, которые стремятся, целеустремленных. Если ты таков, то тебя обязательно разовьют, и ты обязательно найдешь себе место руководителя на этом активе, на соседнем. Вот мы говорили о стажировках, о командировках. То есть компания международная. Перед перемещением, если нет вакансий, ты хочешь быть директором, ты будешь им. Это точно. То есть желание важно. Ты будешь стажироваться, ты будешь проходить определенную цепочку карьерную. Если не на комбинате Ильича, то на соседних активах. Тобто компанії зацікавлені, щоб молоді фахівці залишалися саме у Маріуполі, розвивали наше місто і промисловість. Да, і це дуже важливо, і нас теж це не може не радувати. Ми теж об этом, об этой темі. Не всі хочуть уїхати. Не все могут уехать. И вот Ильича дает возможность остаться с компанией Мединвест, дает возможность остаться достойно, остаться, работать и жить в городе. Дуже дякую вам за беседу. Наш ефірний час вже добігає кінця. Майбутнім фахівцям я пропоную брати активну участь у всіх освітніх програмах і залишатися у Маріуполі, розвивати наше рідне місто. На все добре, побачимось.